Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин провел свое первое заседание ученого совета. Ректор традиционно поприветствовал членов совета, а после приступил к актуальным темам, которые осветил в повестке дня. Повестка дня представлена на экране. Первый вопрос у нас – конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Второй вопрос – представление и присвоение ученых званий. И третий вопрос о выдаче дипломов доктора наук, кандидата наук в Казанском Приволжском федеральном университете. И разные. Далее заседание вел председатель ученого совета КФУ Дмитрий Таюрский. Также участники заседания приняли решение о выдаче дипломов доктора и кандидата наук. Напомним, что решение принимается на основании резолюции диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук и заключения, представленного аттестационной комиссией Казанского федерального университета. У нас есть две комиссии. Первое слово представляется председателю аттестационной комиссии Казанского университета по гуманитарному направлению профессору Фахрутдинову Раиля Равиловича. Раиля Равиловича, пожалуйста, вам спасибо. В блоке «Разные» члены совета проголосовали за создание диссертационных советов, действующих на постоянной основе по ряду научных специальностей на базе Института математики и механики имени Лобачевского, Института фундаментальной медицины и биологии и на базе Института экологии и природопользования. Кто за то, чтобы открыть в Казанском федеральном университете 5 представленных диссертационных советов по соответствующим специальностям. Кто за? Против? Воздержались? Единогласно. Спасибо, коллеги. Напомним, что с 1 сентября 2017 года Казанский федеральный университет получил право создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, определять и измерять составы этих советов, устанавливать их полномочия, определять перечни научных специальностей и многое другое. Отметим, что всего в составе диссертационного совета должно быть не менее 10 человек, из них сотрудников КФУ не менее половины. Также по каждой специальности не менее 5 докторов наук, в том числе не менее 3 докторов наук сотрудников вуза. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Андрей Багудинов, Универньюз.